Всем привет, меня зовут Игорь Левичев, и это мой видеообзор на набор LEGO Звездные войны, артикул которого 75048 под названием Фантом. В этом наборе 234 детали, год его выпуска 2014 и рекомендованная розничная цена этого набора в России 1599 рублей. Однако я заказывал этот набор с сайта sevenbricks.ru, и этот набор там стоит намного дешевле, а именно 1309 рублей. Поэтому я советую вам воспользоваться этим сайтом, заходите, у них широкий ассортимент наборов, они доставляют в любую точку России, и если вы воспользуетесь пунктом самовывоза, то тогда для вас будет доставка бесплатной. Но если вы хотите, то можете воспользоваться курьерской доставкой, лично мне наборы пришли за 3 дня, ссылка высится вот здесь вот, также есть в описании, заходите, смотрите. Давайте начнем обзор. Сегодня мы начинаем с инструкции, коробку я вам покажу в конце обзора. Итак, что мы здесь можем увидеть? У нас изменился дизайн, здесь он отличный, не такой, как у всех остальных наборов, потому что этот набор у нас выполнен по новому мультсериалу «Звездные войны. Повстанцы», который у нас выйдет осенью этого года, 2014. Итак, ну давайте открываем. Здесь все как обычно. Вот что у нас в каком пакетике собиралось. Все было два пакетика, и началась сборка. Заканчивается сборка на 60-й странице. Затем все детальки на одной странице. Потом сайт lego.com/StarWars. Перечень всех наборов 2014 года второго полугодия. Ну а также выиграй набор LEGO. Кстати говоря, новая рекламка. Здесь наконец-то нет этого орущего мальчика. И этот орущий придурок. Идем дальше. Мини-фигурки. Первая — это у нас Эзра Бриджер. На данный момент мало что о нем можно сказать, так как мультсериал «Звездные войны. Повстанцы» еще не вышел, выйдет только осенью, но я знаю, что он у нас чувствителен к силе, будет одним из основных персонажей самого мультсериала и будет обучаться джедайскому мастерству у Канона Джаруса, если я правильно назвал имя этого джедая, который как раз будет присутствовать в мультсериале. Ну и еще я могу сказать, что он у нас жил один, и, ну точнее живет один и зарабатывает на жизнь мелкими кражами разными. Итак. В общем-то, по мини-фигурке из LEGO, она у нас выпускается, конечно же, впервые, абсолютно новая. У него есть принт на ногах, также на поясе, на теле. Есть также принт на теле сзади, какой-то знак, символ. И у него двойное лицо. Снимаю волосы. Здесь у него такое выражение лица, типа «Щито? Ты что сказал?» Также к нему в комплекте идет вот такой вот шлем. Этот шлем у нас выполнен по эскизам Ральфа Макуори, который как раз рисовал, был дизайнером для «Звездных войн» к четвертому эпизоду. Такой вот классный шлем. Это что-то между снежным штурмовиком и обычным штурмовиком. Классно. Мне очень сильно нравится этот шлем. Идем дальше. Следующая мини-фигурка — это у нас Чоппер. Дроид Астромеханик, который принадлежал группе повстанцев. К сожалению, у них было недостаточно средств, поэтому они собирали этого Астромеханика из подручных дроидов. Видимо, из-за этого у него как раз такой небольшой размер. Конечно, о нем тоже мало что известно, так как мы его не видели в мультсериале. Конечно, увидим осенью, когда он у нас выйдет. Но мне фигурка из LEGO не нравится, у него абсолютно новые детали, то есть вот эти вот ножки и тело ни разу не выпускались такого вот размера. Они меньше, чем, например, у R2-D2 или там у других дроидов-астромехаников, которые выпускались ранее. Также у него неплохие такие принты детализированные. Снизу есть еще одна деталь, плоская. Не плоская, точнее, а без пимпочек и, в общем, ну, выпуклая, плоская, так скажем. Также сверху у него вот такой вот принт, который отсвечивает на свету. И сверху на голове принты. Классная мини-фигурка, мне он нравится. Посмотрим в мультсериале, насколько он будет крут, сравнится ли он с R2-D2. Ладно, идем дальше. Сам набор, общий вид. По дизайну, конечно, с первого взгляда может показаться, что набор у нас похож на обрубок от Вайвинга. Но купив этот набор, я переосмыслил свое мнение, и мне он даже понравился. Давайте вот пойдем по функциям. У него раскрываются крылья таким вот образом. Но сразу же их минус заключается в том, что если мы его поставим на гладкую поверхность, то они у нас сложатся, складываются вот в такую вот лепешку. И не очень красиво это будет смотреться. Также у нас по бокам есть наклейки. Вот, раз, два, три и четыре. Крылья состоят из двух частей, то есть складывается вот верхняя вот такая часть, а также нижняя часть отдельно. Складываем их обратно. Кстати, еще вот тут вот есть небольшие такие дыры, если вы можете заметить, вот.
Конечно, они не мешаются, если мы складываем вот так вот крылья, но в некоторых моментах может не очень красиво смотреться. Далее у нас есть кабина пилота. Вот это вот стекло, оно пропечатано. Мы ее открываем. И внутри у нас есть пульт управления в виде вот этой вот наклейки. Внутрь мы можем посадить Эзру. Берем, садим его внутрь. И вуаля, он у нас сидит. Но нам нельзя оставлять его в таком положении. Если мы его в таком положении ставим... Упс, так. Это огромнейший минус этого набора, что кабина отпадает. Очень часто отваливается. И если мы его оставим в таком положении, то кабина не закроется и будет лишь так. Поэтому нам надо наклонить его подальше. И тогда уже все закрывается. Также у нас есть спереди вот такие вот пушки длинные. Они мне нравятся. Сверху есть функция стрельбы. Если мы надавим на эту ракетку вниз, то она у нас выстрелит. Давайте попробуем. Стреляет ракетка очень далеко. Чуть меня не убило, сейчас отскочила просто. Дальше смотрим. Сзади есть вот такой багажник. Он открывается. И мы сюда можем положить шлем Эзры, а также его бластер. Но пока что я этого делать не буду. Также мы можем полностью открыть вот эту вот крышу. И мы можем заметить, что внутри у нас есть стеклянные... ну, точнее, детальки стеклышек. Там такое темное прозрачное стекло. И внутрь вот сюда мы можем посадить чоппера. Он у нас там никак не фиксируется, поэтому может трястись вместе с звездолетом. Если мы его перевернем, то если он у нас никак не застрянет, то выпадет. И вообще, куда-то укатился. Так что мы полетим без чоппера. Вот так вот переделываем крышу и можем положить, как я уже сказал, сюда шлем Эзры, а также его бластер. Сзади есть такие двигатели. Достаточно неплохо смотрится в сочетании со всем звездолетом. И его особенность заключается в том, что он присоединяется к большому набору, который называется «Призрак». Это у нас набор артикул, который 75053. Я вот не показывал в самом начале коробку, так как мне надо сейчас ее будет вот сейчас именно показать. Вот у нас здесь продемонстрировано, что корабль соединяется вместе с призраком, то есть фантом с призраком в один такой. Но, к сожалению, у меня пока что нет призрака, поэтому я покажу их комбайн уже в обзоре на 75053. Вот коробка сзади, также у нас здесь есть такая сценка, вид набора с разных ракурсов и функции. Ну и передняя сторона коробки. Здесь у нас также есть логотип «Звездных войн» повстанцев. Ну и все, идем к моему мнению. Моя оценка этому набору за функции я ставлю ему 10 из 10, потому что для такого маленького наборчика их достаточно много, и некоторые из них даже очень уникальные, потому что не во всех наборах встретишь багажник у звездолетов. За детализацию я ставлю ему 8 из 10 за счет того, что у него, ну, крылья в такую лепешку превращаются, и не очень это хорошо. За мини-фигурки этому набору я ставлю 10 из 10, так как они у нас встречаются лишь в этом наборе, ранее никогда не выпускались, и они абсолютно новые. Также у Чоппера присутствуют у нас новые детали. И за цену. Если посмотреть на рекомендованную розничную цену, она у нас 1599 рублей, то есть 1600 рублей, она высоковата для данного набора. Но если вы закажете этот набор с сайта 7Bricks, то вы увидите сами, что там цена у него стоит 1300 рублей, и вот эта цена уже как раз для этого набора. Поэтому за то, что на 7Bricks стоит такая хорошая цена, я ставлю этому набору лайк за цену и советую вам покупать именно оттуда. И общая оценка этого набора 9,3 из 10. Стоит ли вам брать этот набор? Вообще, я думаю, что лучше подождать, пока выйдет сам мультсериал. То есть до осени надо повременить. Но уже известно, что вокруг вот этих вот персонажей будут развиваться все события. Поэтому я думаю, что персонажи в любом случае будут фаворитами детей, и детям этот набор в любом случае захочется взять хотя бы ради мини-фигурок. Ну и это будет правильное решение, потому что даже если вы возьмете набор лишь ради мини-фигурок, то построив его, я думаю, что он вам может и понравиться. Потому что я лично ожидал меньшего, думал, что он вообще будет плохой, а я его построил, и он даже понравился. Особенно если его поставить на какую-нибудь подставочку самодельную и раскрыть крылья, он будет классно смотреться на полке, или просто вы хорошо с ним сможете поиграться.
Ну и все. Я надеюсь, что я вам помог с выбором. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте и смотрите больше видео на моем канале Вон Там Он. Также не забывайте заходить на канал влогов. Он у меня вот тут вот. И все, с вами был Супер Легоман 444. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся в следующем видео. А, кстати говоря, следующее видео будет либо сегодня, либо завтра. А потом у меня будет перерыв до 28 августа. Скорее всего, до 28, я не знаю, потому что я уеду на целый месяц и приеду лишь 27 августа. Возможно, 28 уже смогу выпустить видео. Но это уже как получится, я вас уже тогда предупрежу, когда приеду. Ну и все, всем спасибо за просмотр. Второй раз это говорю. Всем пока, увидимся. Всем привет, меня зовут Игорь Левичев, и это мой видеообзор на набор LEGO Звездные войны, артикул которого... Поэтому я советую вам, конечно же, заказывать «Призрак», который также вышел в 2014 году, во втором полугодии. Ой. Упс. Случайно пустил датчика. Его будет обучать джедайскому мастерству Джаред Каннер или как его там? Сам набор, общий вид. Давайте пойдем. Пойдем. И мы берем Эзру, он у нас стал лысым, и садим его внутрь. И нам надо его наклонить назад, потому что если мы оставим его в перпендикулярном таком, получается, перпендикулярном полу звездолетном, короче, если он у нас будет в таком положении, то тогда у нас кабина не закроется. За мини-фигурки также 10 из 10, извиняюсь, потому что они у нас уникальные, такие... Нет, не уникальные...